Всегда приятно встретить человека, который увидел, как боролся. Махач Муртазалиев, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, сейчас старший тренер сборной России по борьбе. Категория наиболее интересная, как мне кажется, вот тебе вопрос, если задавать, это 74 килограмма. Вот не все смогли добраться до финала. Что про всех вот ребят можешь сказать, ну, прежде всего, чемпионов мира, ну и победителей в итоге? Давай с чемпионов мира начнем. Этот вес, я думаю, он, видите, уже какой цикл олимпийский, он интересен. Как бы вот сейчас именно, вот 74, он на самом деле, вот ребята собрались, не один, не два, трое, четверо, пять человек, которые могут между собой определить первое место. Ну, я считаю, это очень хорошо. И я смотрю с удовольствием этот вес, и всех ребят, можно сказать, знаю наизусть. Вот сегодня, вернее, вчера у нас новоиспеченный Джамал, молодой парень, который выходит, борется, показывает борьбу, есть желание. Тот же самый Цаболов, который тоже был достоин, как бы, ну, видимо, не очень день был, поборолся. Я считаю, этот вес чем интересен. То, что там много чемпионов мира. И, наверное, вот этот азарт, вот это все, предолимпийский год. Все ребята готовятся, к этому идут. Ну, откровенно говоря, не все в форме оказались. Ну, а что все будет, когда все на пик выйдут? Вот это точно. Вот видите, для молодых ребят это, я считаю, хорошо очень, что вот так, что в следующем, в 21-м году будет планировать Олимпийские игры. Те ребята молодые, которые сегодня вторые, третьи номера, у них есть шанс еще впереди, можно сказать, год, чтобы поработать, показать себя. Я считаю, время достаточно. Махач, а бороться на международных соревнованиях, на России, понятно, ответственно, но бороться на Олимпийских играх – это совершенно другая история. Полностью. Ты такой опыт имел. Почему? Вот что это? Психологически. Чисто психологический момент, ничего такого нету. Вот расскажи, ты вот психологически для меня, как журналист, который тебя видел, ты был абсолютно психологический танк такой, непробиваемый. Что там вот произошло? Не знаю, я вот, вроде бы все нормально было, и желание, и глаза горели, бороться хотел. Видимо, не судьба, как говорится, не было дано, я считаю. А так, Олимпиада, я вот сам как бы, да, прошел через это, я считаю, ничего страшного нету. Подойти, у кого психология, все нормально, и, конечно, везение, да. Я считаю, вот из 74 ребят, 4 человека, 5 человек, вот любого поставить, они должны бороться за медаль, за золотую. Как бы, если психология, все в порядке. Слушай, в 70-е годы, насколько я знаю, в команде был психолог в сборной СССР. Я даже знаю одного из них по фамилии, отчеству, но не буду говорить, потому что это ничего людям не скажет. Сейчас вот в этом направлении, как вот в национальных командах, ну, наших региональных, там, в Осетии, в Дагестане, в сборной России, в конце концов, такая функция есть? Такой функции, такой, чтобы официально ею нету, как бы, да, чтобы кто-то там, психолог, работал с ребятами там перед чемпионатом. Я знаю, мы как бы к этому вот так все, как бы, вот сколько я помню, мы без психолога, да. Я же говорю, это чисто от спортсмена зависит, от его психики. Вот далеко не будем идти. Вот возьмем даже Круглиева. Вот парень крепкий, все, на голову выше, чем свои соперники, но психологически чуть-чуть проблемы у парня. Вот может встать и все. Вот и так, и сяк, пытайся, что делать, может, вот так схватка может по нулям закончиться. И из-за этого я пришел к тому, из своего опыта, что спортсмен должно быть психология, все нормально. И надо работать над этим, над собой, как бы. Ну, есть специалисты, а у нас, например, вся женская команда этим страдает. Вот с иностранцами говоришь, с японками, они говорят, они очень сильные. Но именно психология, мне кажется, не дает нашим девочкам выиграть. Вот с Воробьевой повезло, она так появилась, она не была зашоренная, вот и как-то прорвалась. Когда вопросы будут ставить? Потому что это решаемые вопросы, на самом деле, это методики. Да, я думаю, это
надо вопрос поднимать как бы на совещании там, но это, я думаю, это не проблема, это вопрос решаемый как бы, да, сегодня. Просто надо ли это ребятам всем как бы, вот такой... Всем, наверное, нет. Да, определенным. А Даурену надо, как получается. Даурену, да, да. Говорить вещи своими именами, да, так и есть. Ну, мы сейчас в преддверии вечерней части, сегодня 4 веса. Твои прогнозы какие вот на финалы в этих весах? 50 на 50. Вот на все финалы, вот я вот, вот убеждаюсь каждым разом, что прогноз такая вещь, что эта борьба, вот она на самом деле так удивляет, вот, что вот ты думаешь, вот этот парень должен выиграть, обязан, буквально минута, секунды. Все решается. И даже в 97 Садулаев 50 на 50? Садулаев это, наверное, исключение. Садулаев исключение. До Садулаева, я думаю, в этом весе им далеко. У нас в России. Потому что ребятам надо работать много, как он. А он работает очень много. Слушай, но то, что у него нет в России такой конкуренции, как 74, это же тоже не очень хорошо. Да, это есть. Это есть. Понимаете, Садулаев это... уникум, я считаю. Он парень такой, он знает, к чему идет, вот, смотря его тренировочный процесс. Ну, не знаю, вот что-то необычное, вот даже смотришь со стороны, можно даже поучиться от него. До такой степени парень, все как бы у него на автомате. Что и с психикой у него. И психикой все в порядке. И в положениях этот парень, вот смотришь, нету положения, где он себя слабо чувствует. Где-то можно его обыграть. Это мало у кого, я считаю. Меня что поразило сегодня, вот в утренней части, перед стартом, перед 1/8 финала, буквально там минут за 20, за 30, он прилег так калачиком, свернулся и уснул. Вообще не все это могут, а он лег поспать. Вот об этом и говорит, что у него психология, все в порядке. Ну что ж, будем смотреть, что произойдет. Желаю удачи. Спасибо. И на тренерском поприще в том числе. Пока.